На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Эля, мне 5 лет. Я вам расскажу стихотворение про Соню Мишку. Спит в берлоге Мишка сладко, ведь в ушах у Мишки ватка. Спит нисколечко не слыша, как стучит под снегом крыша. Как скрипит калачка старушка, как гремит в лесу хлопушка. Как стучат снаружи в дверь, все его соседи звери, как летит в окошко шишка, с Новым годом, Соня Мишка.